Дом по улице Геологов в сельском поселении Темповое Талдомского района 6 лет назад стал первым реализованным проектом компании с озвученным названием «Темп». Тихий район, развитая инфраструктура, комфорт городской жизни, но в пасторальном исполнении. Современный дом, соответствующий всем параметрам жилья 21 века, но вдали от всех проблем мегаполиса. В каменном доме мы задыхались. Здесь, конечно, вот для детей. Собирались дом строить, и мы вот к такому варианту были готовы. Мы объехали все вокруг Дубны, смотрели землю под строительство дома. И потом уже нашли в интернете объявление. Мы сюда приехали. Я уговаривала мужа, говорю, давай съездим, посмотрим. Но отметем просто, будем хоть уверены, будем знать, что нам это не надо. И мы сюда приехали, я зашла в эту квартиру, увидела эти окна от стены до стены. И все. Говорю, это мое. Дом, в котором живет семья Екатерины Филатовой, построен по одной из самых передовых технологий. ЛСТК, или легкие стальные тонкостенные конструкции. Путь решения многих проблем в развитии строительного рынка. Такие дома выигрывают по многим параметрам у давно известных технологий. Каркас для этого дома был изготовлен в Дубне на заводе компании Time Steel, партнера компании Temp. Производство Time Steel очень компактное. На одном станке делают каркас в 150 мм. Из него возведут наружные несущие конструкции. Остальные элементы сделают на втором станке. Здесь формируется и нарезается металл шириной 89 мм. Весь расчет передается на производство на флеш-карте. Это позволяет добиться точности, как в ракетостроении, и сокращает затраты, связанные с ошибками оператора. Работают на станке два человека. За одну рабочую смену они производят 300 метров конструкции. Благодаря тому, что весь процесс полностью автоматизирован, работать на производстве может любой. Испытательный срок обучения занимает всего месяц. Здесь, на станке, элементы конструкции нарезаются, маркируются и упаковываются. Комплектуются все материалы упаковочным листом. Изготовление каркаса одного дома – дело быстрое и легкое. При устройстве фундамента мы использовали технологию мелкозаглубленной ленточного фундамента. Эта технология позволяет ускорить процесс, минимизировать затраты и запускать строительство данного дома в самые короткие сроки. В течение 10 дней с отсыпанного песком пятна мы начинаем уже монтаж ЛСТК на данную фундаментную плиту. Фундаментная плита станет полом первого этажа. А для того, чтобы пол был теплым, специалисты компании «Темп» применяют выносную систему утепления. То есть утеплитель закладывается в землю на расстояние, равное промерзанию грунта в данном регионе. Такой фундамент делают 6 человек за 10 дней. Уже на этапе фундаментных работ экономия составляет до 40% от средней стоимости. Экономия продолжается и на этапе возведения стен. С подготовительными работами справляются всего 2 человека. Специальной техники не нужно. Шуруповерт, саморезы и план сборки. Это схемка сборки стеновой панели. Этаж состоит из 80 стеновых панелей. Сборка одной панели занимает в среднем 15-17 минут. Спецтехника не нужна и для других этапов строительства. Только ловкость и мускульная сила строителей. Даже для подъема деталей каркаса на второй и третий этажи. Данная технология, предоставляемая компанией Time Steel ЛСТК, позволяет собирать дома быстро, просто и качественно, небольшим количеством людей. Данный объект был собран бригадой из 6 человек в течение 15 дней. Вот так в быстром темпе собирают дома. Всего за 120 дней в любой точке мира можно построить жилье для 24 семей. Строительство домов данного плана занимает 4 месяца. За 4 месяца мы производим фундамент, монтаж панели ЛСТК, обустройство кровли, монтаж наружной обшивки, утепления и весь комплекс
внутренних работ, включая коммуникации. Весь комплекс работ производится бригадой из 20-25 человек, которые начинают дом от начала и до конца. Вот и получается, что на строительство дома уйдет всего-то ничего. Начав стройку весной, ранней осенью уже можно заселять дом. Актуальный вопрос для каждого – а что же зимой? Зимой очень тепло. У нас котел, индивидуальное отопление. И можем сами батареи регулировать, можем включать, выключать. Если в какой-то комнате прохладно, то добавили. Если жарко, наоборот, выключили. И дом очень хорошо держит тепло. Потому что там по два слоя гипсокартона и в середине утеплитель. Вот очень надежная система. К технологии ЛСТК применимы все известные способы утепления. Способ строительства перекрытий, качество металла, применяемые технологии, возможности строительства. Об этом может рассказать каждый сотрудник компании Time Steel и Temp. Компания Temp стоит, они в Московской области реализуют как раз программу по переселению из аварийного ветхого жилья. Металл, который мы используем при производстве, его в России кроме нас никто не потребляет. Пришли к тому, что все-таки заливка на месте лучше вариант. Спокойно, без крановой техники, без всего. Все поставили, профили стелили, бетон насос вызвали. Я вам только что сказал, есть другой решение. От бетона насосом решили. То есть фибробетон. А чем поставить? Фибробетон, я вам сказал, стоит у шланга. Значит, три компонента смешиваются, подается под давлением шлангом. Вот этот вот штабельное стекловолокно, есть от РЖД благодарственное письмо, где в вагонах они его используют. Оно у них за 15 лет не оседает. Наивысшая оценка деятельности компании – это оценка, поставленная профессиональным сообществом. И такую оценку получила компания «Темп», став деловым партнером третьего всероссийского совещания по развитию жилищного строительства. Главная цель таких мероприятий – это обсуждение наиболее острых вопросов в сфере жилищного строительства. Благодаря таким собраниям участники рынка могут познакомиться и наладить деловые связи. Я приеду к вам летом. Единственное, что у меня просьба, когда у нас заканчивается сессия 5 июля, у меня будет 2 недели, вот у нас в июле месяце. Давайте мы договоримся, я приеду, посмотрим на месте и технологию, и дома, которые вы возьмете. И продумаем вместе программу продвижения ваших предложений. Это вся надежда на вас, а мы просто не ударим по лицу. Компания «Темп» – активный участник областной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Благодаря найденным решениям уже расселены несколько старых бараков в Талдомском районе. И работа по этой программе будет продолжена. Строит «Темп» быстро. И одно из немаловажных условий – у компании есть опыт по строительству многоквартирных домов на очень ограниченной территории. Один из домов на 24 квартиры был построен на всего лишь 20 сотках. Оригинальность решений, скорость производства, постоянное совершенствование работы вывели компанию на более высокий уровень. Группа компании «Темп» впервые вышла на такой уровень, причем вышли на высокий уровень всероссийский по приглашению. Мы представляем не только группу компаний, но мы представляем также Московскую область. Мы представляем ассоциацию малоэтажного и коттеджного строительства и третье всероссийское совещание проводится, нам это почетно, посвященное прорыву в данной критической ситуации, сложившейся с экономикой и строительством в нашей стране. Мы знаем пути, мы знаем, как это реализовать, и успешно притворяем. И все же главная оценка – это оценка тех, кто ежедневно благодарит строителей за качественные дома. Начав с дома по улице Шоссейная, компания «Темп» уже построила и ввела в эксплуатацию еще несколько жилых домов. И для того, чтобы отработать технологию, и для того, чтобы полностью отвечать за свою работу, компания «Темп» создала управляющую компанию, которая занимается обслуживанием заселенных домов. Теперь у группы компаний «Темп» есть возможность учитывать все пожелания как будущих, так и нынешних жильцов. И жильцы говорят, что попали в хорошие руки. Редко сегодня услышишь такие слова в адрес строителей управляющей компании. Здесь мы живем, душа поет. Владимир Лебедев, Надежда Стацура, Александр Пахомов, Лайк ТВ.